Ребята, приехали в Лидл скупиться наборчик. Картошка в Лидле. 5 килограмм, 5 евро. По еврику. Лук 2,29. 2 килограмма. Капусточка наборчик. 1 килограмм, еврик стоит. Брёк вареный. 1,5 евро такая упаковочка. Перец болгарский. Шуруп 89, пол килограмма. 3 штучки. Огурцы килограмм, 2 евро. Хорошие. А вот есть еще такие, 85 центов по скидке. Длинные, но не очень вкусные. Помидоры 3 евро, пол килограмма. Вкусные помидоры. Red Bull в Германии стоит 1,70 евро. Маленькая баночка. Хлеб бутербродный, большой, 750 грамм, 1,39 евро. Кукуруза в банках, био, 1,19 евро. Утка 6 евро килограмм, 2 килограмма он, 12 евро. Сосиски вот эти вкусные, 7 евро килограмм. Кефирчик хороший, 89 центов. Гаврозаны, сметана, еврик стоит. Маленькая баночка, 200 грамм. Молоко по еврику за литр. Сыр плавленый такой вот. Круг 69, вкусный. Пицца такая маленькая, небольшая, 1,79 евро. Печенюшки, 1,29 евро, такие вкусные, итальянские. Тортик вот такой вкусный, захер называется. 4 евро стоит. Килограмм пиццы, 3 штуки, 4 евро. Сок, 1,49 евро, вот такой вот, очень вкусный. Закупились на 57 евро.